привет! Сегодня, как всегда, поговорим про фейлы, победы и милоту. Илон Маск гоняет на кибертраке без зеркал заднего вида. Стартапы дополненной реальности никак не могут взлететь, а милый робот веселит кошек и помогает им бороться с ожирением. Что? Да, поехали! Еще недавно Илон Маск показывал новую бронированную машину на презентации, а теперь сам гоняет на ней вместе с певицей Граймс. Пока другие автопроизводители скрывают свои машины, тестируя их на закрытых площадках, Маск, наоборот, уверенно показывает, что его продукт уже готов. Правда, главе Tesla придется заплатить пару штрафов. Он уронил знак и ездил без зеркал заднего вида. Надеемся, что хотя бы под крутую музыку. Если вы боитесь оставить кошку одну дома, стартап Эбба придумал, как удаленно веселить вашего домашнего питомца. Ребята сделали робота в виде шарика на колесах. Катаясь по полу, эта штука веселит кошку и не дает лежать на диване без дела и толстеть. В приложении можно устанавливать время для игр и считать количество шагов питомца. Также с помощью камеры можно в прямом эфире посмотреть, чем занята кошка, и удаленно играть с ней. В общем, после Эбба можно удалять все приложения со смартфона. Порог милоты достигнут. Кажется, я знаю, что ждет нас в сторис в ближайший месяц. Нет, не видео с котами, а смешные видосы с лицами вас и ваших друзей. Snapchat ввел функцию Cameo. Это как дипфейки, только добрые. Все просто. В приложении есть ряд шаблонов видео с вырезанными лицами. Пользователь выбирает подходящий, делает селфи, и приложение вставляет в видео объемную маску его лица. Функцию еще не выкатили в России, так что у вас есть время подготовиться, заняться машинным обучением, потренировать свою нейронку, поступить и закончить физтех. А теперь про технологии, которых мы так и не дождались. Помните безумно крутые промо-ролики VR-очков стартапа Magic Leap? В реальности все оказалось куда прозаичнее. Инвесторы приуныли от непонятно куда вложенных миллиардов долларов. Стартап хоть и выпустил очки на рынок, но за год продал всего 6 тысяч штук. Теперь компания просто раздает их своим сотрудникам. Ну а что, скоро Новый год, конфетами на всех не запасешься. И это все новости на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите колокольчик, чтобы не пропустить главные технологичные новости недели. Тачки из будущего, коты, дипфейки и VR-очки только в нашем дайджесте. Пока!